В Монако состоялся третий этап Еврокубка Формулы Рено. Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоллер стал серебряным призером субботней гонки и одержал победу в воскресном заезде. Несмотря на переменчивую погоду в пятницу, Смоллер уверенно взял пол в своей квалификационной группе. Это позволило ему стартовать вторым в субботней гонке и первым в воскресной. На узкой городской трассе в Монако стартовая позиция имеет большое значение для успешного выступления. В субботней гонке финишный флаг Смоллер увидел вторым. В воскресенье пилот Александр стартовал с первого ряда и достаточно быстро оторвался от соперников, а позднее на трассе появилась машина безопасности. Отрыв Александра от ближайшего преследователя составил 0,8 секунды. На рестарте Смоллер удержал лидерство и финишировал первым. Нужно отметить, для программы SMP Racing это первая победа в столь престижной гонке в княжестве Монако. Благодаря подиуму и победе в уикенде Александр Смоллер набрал 86 очков. Это позволило ему занять вторую строчку в общем зачете среди 23 участников. Следующий, четвертый этап Еврокубка Формулы Рено состоится в следующие выходные на французской трассе Поль Рикар. Американская фирма HRE Wheels показала титановые колесные диски, напечатанные на 3D-принтере. Это второе поколение новинки, которое по сравнению с первой версией легче и состоит из меньшего количества деталей. Чуть изменен рисунок и усовершенствована технология. Детали создаются при помощи электронно-лучевой плавки из титанового порошка, который расплавляется в вакуумной камере по заданному на компьютере шаблону. Затем элементы проходят обработку на станках, а собираются вручную.